это вот так положить или где, где удобно будет нам? Может открыть этот? Нужно там, надо аккумулятор, да? Угу. О, батарейка села, блядь. Сейчас я подключу зарядку. Я так и покупаю эту херню в интернете. Ну да. Не, ну просто надо знать, что покупать. Я, допустим, себе купил так нормально. Это уж. Надо со специалистами сразу пообщаться. Так. В любом случае надо его открыть еще сначала. А ну дайте я зайду. Водка вообще не летная. Да. Я в машине пока открыл, блядь, это тогда. Так он выдает, ну, короче, 280, видели, да? Угу. Ну, я и этот самый стабилизатор взял. Ну, в принципе, думаю, что. Ну, я в розетку вставляю, у меня 234 показывает на вольта. Угу. Ну, то есть при действии стабилизатора должен быть целый. Так. Так это самый дешманский, да? Угу. А как если на будущее что брать? Ну или фирму какую-то. А сколько он стоил? 3200, я думаю, брать. Сейчас. Это где вы брали его? Где-то бралась даже знаете, на проме, на OLX. На проме, блин, по 4 с лишним, на OLX нашел за 3200, короче, взял. Ну, по сравнению с Алиэкспрессом, это пиздец как дурово. Да-да. Так, тут хоть есть какой-то регулятор, блядь? А его на чистую синусоиду переделать ничего нельзя? Да не, просто купить, чем переделать его. Тут вообще этот регулятор есть или нет, что-то я его, блядь, тут не вижу. С крутелкой должен быть, да? Угу. Уже нет. Столько дешманский, что даже нельзя отрегулировать. Капец. Смотрю, смотрю, не вижу. Это хоть не он. Динамик, походу. Динамик. Ну, вот это может под наклейкой там, да? Это не тут динамик этот. Зуммер типа? Ну, типа сигнализирует, если там разряжается. Блин, капец. Так его не, это невозможно. Отрегулировать даже. У меня, допустим, есть такой подстроечный резистор. А тут его нету. Может, я не есть вижу. Варианты. Тоже не видите, да? Да, вроде не. Ну, бочонок должен быть, да? Ну, с под отвертку типа. Ну да. У меня сразу вот, вот возле этого выхода. Возле этого радиус по которому. Ну, возле этого. Где тут Toyota сервис? А, понятно. Понятно. Обидно. Ну, что ж поделать. Это как-то не пытка. Угу. Я не знал, что даже в таких дешманских даже позлобились поставить резистор. Чтобы можно было отрегулировать.
вообще вот на эти самые, на газовые, которые сколько, ну, по киловаттам, в принципе, и единицы хватит, да? Ну, одного киловатта. Да, это много. Он, по-моему, берет газовый котел там в районе что-то 100, без 50, разное бывает. Может, бывает 100 ватт берет, 20, 150, 200, в зависимости от мощности. Просто ж, допустим, возьмешь там на 500-600 ватт, это будет написано, а по факту там может быть меньше, да? Я вас, давайте, лучше на Алиэкспресс закажите, там есть продавец, который быстро отправляет. Я вашей жене отправлю ссылки на нормальные. Ну, подождете там 2 недели или 3, нормальный инвертор придет. Дешевле. До свидания. Да, капец. Дерьмо, блядь, за 3000.